Делаем то, что можем. Так что у вас свои возможности, вы можете делать, вы помогаете то, что вы можете помочь, а мы то, что можем делать своими руками, мы помогаем. Да, поэтому да. Это с нами поделились за то, что мы уже много сделали, нам с вами поделились рукой, и мы ее сейчас раздаем активно. Замечательно. Потому, что... За поселом, да? Не только поселок, жители Харькова тоже нуждаются в еде. В Киеве, возможно, все уже нормально. А в Харькове это фронтовой город. У нас работы нет, гуманитарки нет для Харькова. Нет. Все говорят, а зачем Харьков? В Харькове все хорошо, инфраструктура работает. Только одна маленькая проблема. Не работают предприятия, которые могут обеспечить людей финансированием. То есть они не знают, где им взять деньги. И самые необеспеченные сейчас и самые незащищенные контингенты — это люди, которые работоспособного возраста. Но они потеряли работу. Они не выезжали, они не переселенцы, у них выплат нет. Гуманитарка на них не положена. Как одна женщина написала, говорит, мабуть, надо идти на охоту.